Говорят, если в ночь на 1 сентября выйти на улицу и прислушаться, то можно услышать, как плачут миллионы школьников и студентов. Не надо плакать! Вам поможет Антон Семенович Макаренко. Ребята, а не устроите здесь нам нашу колонию? Где здесь? Да вот в этих домах. Да как же, тут же жить нельзя. Отремонтируем. Государство поможет. До нас будет человек полтораста. Вы только подумайте, какое можно будет развернуть хозяйство. Да у нас же самих ничего не отремонтировано. Ну, а если мы все-таки отремонтируем? Тогда была бы мировая колония. Фильм, снятый 62 года назад и ставший классикой советского кинематографа, «Педагогическая поэма», 31 августа в 22:00 на телеканале «Самара ГИС».